Читаем добротолюбие. Вступивший в чин молитвенников, как принял на себя самое великое дело, так и подвиг должен принять самый обширный, потому что к непрестанному пребыванию в молитве много препятствий: сон, уныние, отяжеление тела, кружение помыслов, нетерпение, расслабление. И кроме всего этого, восстание лукавых духов, которые ведут брань с душой, с самым делом непрестанно взыскующего Бога, противоборствуя ей и всячески возбраняя приблизиться к Богу. Посему ему надлежит постоянно пребывать в трезвенном внимании ко всему внутри происходящему, в борении, терпении и плаче, всеусильно стараясь не допускать ничего неблагоприятного молитве. Преподобный Ефрем Сирин.